Приветствую вас, и по симптомам, которые вы описали, ваше состояние можно назвать цикловидным. То есть цикл активности и цикл пассивности. Проблема это не столько психологическая, сколько органическая, и вам необходимо для начала обязательно пройти полное обследование в клинике, чтобы исключить наличие собственно физиологических заболеваний и органических поражений. А далее очно пройти обследование у врача-психотерапевта на пример выявления у вас какого-либо заболевания и тем самым обеспечить себе помощь. Так как это достаточно серьезно и может существенно повлиять на вашу жизнь, на вашу успешность, на сферу вашей деятельности и прочее. Думаю, что квалифицированная помощь, оказанная вам не онлайн, а непосредственно вам, будет лучшим решением вашей проблемы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь, в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен. Всего вам доброго.